посмотрим, как работать с базой данных. В прошлом видео показал, как создается библиотека. И сейчас посмотрим, рассмотрим, как переключаться между библиотеками, как вообще создавать. Значит, у нас еще раз напомню, значит, вызываем tool palettes, Ctrl 3. Сочетанием клавиш. Наша палитра называется APS Fittings. Значит, нам нужно создать новую библиотеку. Правая кнопка Customize Palettes. Создадим new group, назовем ее тест. Окей. И переместим за пределы существующих баз. Жирным текстом помечена активная база данных. И чтобы появилась у нас новая база данных в Tool Palettes, нужно поместить хотя бы одну из баз данных. Допустим, поставим Fittings. Так, Fittings. И теперь сделаем Current. Так, вот мы видим, появилась Tool Palettes Test. У нее есть одна палитра. Закрываем. И как нам теперь сделать свои палитры здесь? Значит, один из вариантов. Правая кнопка New Palette. Назовем ее ABC. Как в прошлом видео показал, то есть мы создаем блок и правой кнопкой мыши перетаскиваем вот он у нас появится, то есть здесь у нас это можно удалить. Delete palette. Окей. У нас есть петля, которую мы можем уже использовать. Если мы хотим ее редактировать, Block Editor закрываем, и он нам должен был открыть. И не открыл. Еще раз Block Editor. Должен был открыть файл, где хранится этот блок, но не открыл. Хорошо. Ладно, это один из способов. Ну, когда совершенно новую библиотеку создаете, этот способ годится. Что делать, если хотите есть файлы, где хранятся, допустим, фурнитуры, где хранятся ящики, и все остальные, отдельные файлы, и вы хотите создать новую библиотеку. Что делать? Комбинация клавиш Ctrl 2. Заходим в дерево файлов. Находим файл, ну, библиотеку своих данных. Открываем файл, из которого мы хотим сделать базу данных. Допустим, пускай будет вот этот. И вот здесь хранятся блоки. Правая кнопка Create Tool Palette.
Что мы тут имеем? Смотрим. Вот создалась новая палитра. Здесь будут лишние блоки, которые нам не нужны, и мы их можем удалить. Окей. Окей, и в основном так, потому что все, что блоками сделано. Окей, ну, в принципе, остальное все нас устраивает. Визуально можем поменять вид. Options, только иконки. Хотите побольше, побольше. И вот ваша база данных с фурнитурой. Что хотите поставить? Хотите уголок поставить или стяжку для поверхности? Пожалуйста. Вот так работает вновь созданная база данных. Таким образом можно перемещать вниз, вверх и создавать собственные базы данных. Надеюсь, информация будет полезна. До следующей встречи.